Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Как раз этим временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью четырех детей, уроженкой Западной Украины, где недовольство родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ. Центр города – это площадь Ленина, у нас горисполкомы. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрали женщин, вообще-то потому что мужиков больше нету. Женщин, девушек, стариков, вот этих, и все. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибили. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все, как ребенок истекает кровью, крики, вызовы. И еще так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом маму, после того, как 1,5 часа ребенок мучился, умер. Вот это все происходило. А потом взяли маму. Привязали до танка без сознания и по площади 3 круга провели. А круг площади – километр. Вам особенно после этого интервью грозит большая опасность. Правильно ли я понимаю? Я как предатель Родины, потому что я родом из Закарпатской области. Меня же моя мать сказала, ты приедешь, я тебя сама расстреляю. И Нацгвардия расстреляет. У меня 2 расстрельные статьи. Не надо было, просто забуду, что я за себя не боюсь. Мне жалко детей. Мне детей жалко. Если бы честно, не дети, я бы сама взяла оружие и пошла в ополчение. Это не украинская армия, не освободители, это твари. Они когда вошли в город, там ни одного ополченца не было. Они стреляли по городу. Мародерством занимались. Фашисты так не делали. Фашисты. А вот это восстали. Восстали правнуки СС Галичина, потому что я родом из Закарпаття. У нас рассказывали бабушки старые, что фашисты так не делают, как эта группа СС Галичина. Они местные, они с местными издевались, жен насиловали, детей убивали. И вот это все восстали, вот эти их правнуки. Восстали, кажут, с пекла, возродились обратно. Вы не боитесь говорить об этом? А пускай весь мир знает, как они издеваются над людьми, потому что никто не верит. Никто не знает. И вот эти что фосфорные бомбы, это что мины осколочные, что дети приходили, приносили и ежики, и шипы, и что только не находили. И вот эти все трупы, что лежали, что уже собирать некуда было, морг не работал. Вот эту всю вонь, разлагающее тело, это же никто не поверит. Потому что там не было, никто не видел. Это для них это дикость. У меня как вчера ночью, сегодня ночью стреляли, у меня ребенок даже в ухо не пошевелил. В ухо. Потому что это для них уже привычный стук. Молодец там младший, что 7 лет. Мам, что, бомбят? Кажу, да, сынок. И дальше. Спать. И дальше лицо. Вот вы так смело открыли свое лицо, сказали свое имя. Вот вы не боитесь разве? Потому что уже за 3 месяца, я же и кажу, я камень стала. На что вы надеетесь? Ведь понятно, что когда-то это закончится. Дайте нам свободу. Русских нету, русские не воюют. Это обычные работяги, шахтеры, труженики восстали, потому что уже их все. Сколько можно кровь пить человека? Мы все люди, мы все одной крови. Не надо делить нас, все мы. Да, есть и среди нас, и среди других. Ну как, есть плохие люди. Я не скажу, что мы все люди. Но мы люди. Всегда надо не войной идти, а договариваться. Словом. А слово доброе всегда побеждает. Спасибо вам большое, что вы согласились нам все это рассказать. И удачи.